Я Исламов Данис Рафаэльевич, гражданин Российской Федерации, житель города Набережной Челны, военнослужащий России, призываю остановиться от бессмысленного кровопролития, от этой жестокой войны. Призываю всех рассуждающих граждан одуматься, не верить всякой пропаганде. Призываю, пожалуйста, одумайтесь. Здесь не происходит учение. Здесь происходит по-настоящему кровопролитная война, которая несет лишь разруху. На пути вообще нигде не встретились никакие нацисты, бандеровцы. Их нет. Сейчас мирные жители страдают больше всего. Я призываю, пожалуйста, одумайтесь, люди. Пусть у вас пробудится что-то человечное, и вы повлияете на это все и остановите это кровопролитие.